Работники Аэрофлота, железнодорожники, сотрудники Следственного комитета, военные теперь будут одеваться в тулы. Сегодня в регионе было запущено крупное производство на базе бывшей Киреевской чулочной фабрики. Для кого еще будут шить тульские кутюрье, знает Анастасия Октябрьская. Одежда на любой цвет, вкус и службу. Не так давно на предприятии запущено производство, так сказать, новинки. Вот в такой форме 1 сентября ребята пойдут в Тульское Суворовское училище. Ярлычок, сделанный в Туле, появится не только у будущих суворовцев. Форму от местного производителя оденут всех наших школьников и тех, кто постарше и уже служит Отечеству. Компания БТК Групп по распоряжению правительства с 2012 года является единственным поставщиком обмундирования для вооруженных сил России. Старт производства в Тульской области дал в Рио губернатор Алексей Дюмин. Аплодисменты! Сюда, в некогда заброшенную Киреевскую чулочную фабрику, вложили более 650 миллионов рублей. Полностью переоборудовали, набрали 500 новых сотрудников. Готова была клак, но делаю я 500-520. Ну, конечно, тяжело. Ко всему надо привыкать, должна быть устойчивость. Глаза устают. Службу по пошиву в спецодежды женщины несут посменно. У них 12-часовой рабочий день. Швы должны быть ровными, стрелки на брюках не плясать. Ведь клиенты у тульских кутюрье – настоящие мужчины и дамы в погонах. Анастасия Октябрьская, Андрей Куничкин, Вести Тула.